А сейчас знакомимся со следующей парой. Считается, что когда в паспорте появляется штамп, а влюбленные получают статус супругов, их жизнь становится скучной, и романтика куда-то исчезает. Анастасия и Федор категорически с этим не согласны. Они уже 7 лет вместе, можно сказать, со школьной скамьи. Настя дождалась любимого из армии. А в марте у них первая годовщина со дня свадьбы. Но скучать они друг другу не позволяют. И сегодня у них самое настоящее необычное свидание. Клюшки, шайба, горячий чай и жаркие признания в любви на льду. Это так романтично. Молодцы ребята, что и говорить. А 17 февраля у них важное событие – венчание в Апатитском храме. Проголосовать за эту пару, если она вам понравилась, можно на страничке Народного телевидения ВКонтакте. А мы с вами скоро увидимся на следующем свидании. Пока!